Так, максимальный фон. Максимальный фон второго срока. Это 18-е, то есть второй срок был 18 апреля, первый 8 апреля. Это второй срок сева. Максимальный фон питания 5 миллионов 4,5. Почему 5? Почему не 5,5? Потому что сеялка больше не выдала, ну, не смогла выдать семян больше, чем там 260, кажется, килограмм. Она не выдает. 4,5, 3,5, 2,5 миллиона. 2,5 это где-то 120 килограмм. Ну, посев достаточно хорошо выглядит, как бы там. И 1,5 миллиона. Такой вот маленький обзор. Ячмень Маргарет, второй срок сева. Сегодня у нас, наверное, 7-е. Седьмое июня.